Приветище, это Барнфайндер, и мы продолжаем осуществлять нашу американскую мечту, продавая мусор. Ну, естественно, очищая его и прочее. Короче, если ты не досмотрел до конца прошлую серию, то я тебе рассказываю, что мы сделали. Как ты видишь, мы обустроили свой магазинчик, у нас инопланетный пол, крутой такой, и наностенки, прозрачные, смотри. А внутри мы видим, что снаружи, а снаружи мы не видим, что внутри, и это очень круто, прям кошерно. Ну, ладно, сейчас не об этом, а о наших делах. Пойдем посмотрим, что у нас там есть в почте. Почта, два непрочитанных письма, одно красное, видимо, очень важное. Добро пожаловать, охотники за старем. Компания Мика рада пригласить вас на наше особое мероприятие «Торги». Здесь все смогут оценить ваши способности и наметанный глаз. Увидимся, ПС. И не забудьте прихватить побольше денег. Нет, правда, побольше. Ага, то есть такие прикольные торги, где я могу выкупить что-то очень прикольненькое. Так, хорошо. Но у меня сейчас денег... А, тут не отображаются деньги. У меня там совсем копеечно. Денег мало, карманы пустые, потому что я обустроил свой магазинчик. Следующее письмо — это Кутер Отис. Привет, охотники за старем. У меня есть для вас рыбачонка. Мой брат украл у меня наземную РЛС. То есть вот такая вот штука, которая ищет металл в земле. Она должна быть на его старом ранчо. Не зацепите ее для меня, пожалуйста. Я слишком толстый и ленивый, чтобы ехать туда самому. Чао. И не пора бы нам перекинуться в картишки. О, в картишки. Ну, я бы с удовольствием. Приезжай. Примем заказ. Посмотрим, где это, где это, где это. Куда он сказал? Куда? Чего? Ранчо Отиса. Вот сюда нам нужно ехать. 5 канистр бензина, 250 баксов. Ну ладно, что, погнали. Ну и по стариночке, пока мы мчим, не забудь подписаться и поставить свой царский лайк. Ранчо Отиса. Истинное наследие Америки. Ух ты, как тут прикольненько. Смотри-ка, дядя Билли тут уже качается на качельке. А что здесь все остальные делают? Тоже хотят поживиться, да, на ранчо? Все ясно с ними. Так, сюда можно пройти? Что-то блокирует двери изнутри. Матом. Смотри, там кто танцует. Не понял, это что за фигня? Это инопланетянин или девочка в каске? Офигеть. Вот это прикол. Так, ладно. По всей видимости, нам нужно будет найти ключи. Отмычки не подходят к этой двери. А, подожди, а если мы снизу зайдем? Снизу давай. Нет, тоже заблокировано. А здесь как... О, через воду можно? Давай нырнем. Ой, кажется, я утонул. Я плавать-то не умею. Ну, хорошо. В лес сходить мы можем. О, мусор, мусор. Мы же мусорные магнаты. Надо все тут собрать. Нам деньги нужны. В самой мусорке ничего нету. А, я думаю, кто болтает? Это вот этот автомат. Хорошо. Это кто у нас стоит такой прекрасный? Саманта, с ней болтать не о чем. Пойдем внутрь. Дядя Билли, может ключ здесь, под ковриком? А, точно, надо посмотреть. А вот и ключ действительно. Спасибо, дядя Билли, ты очень умен. Заходим в дом. Дело в том, что, по всей видимости, этот дом тоже заброшен. Фонарик. Здесь Отис не проживает. Не знаю, что с ним стало. Хотелось бы узнать. Но он довольно старый, этот дом. И здесь куча всякого интересного. О, от компьютера клавиатура. Слушай, то есть мы, по большому счету, уже можем полноценный комп собрать, чтобы играть в кэсочку. Ух ты, другой мир. Забираем глобус. Тут у нас... Вот это разломаем. Разработчики опять. Коробочку тоже ломаем. Может, там что ценненькое будет? Не, ничего нет там ценников. Ух ты, бутылочка с красителем, пиво Андрос. Собираем. Старое кресло. Яковинское дерево. Коллекционный предмет, собираем. Тут у нас свечи горят. Опа, отмычка, отмычка. Ну давай открывать. Давай открывать. Ага, потом сюда, наверное, потом. А нет, не так. Значит, здесь, потом сюда, потом здесь. И последнее. Та, мы открыли, открыли этот сундук. Я да не открыл бы. Что это за маска спичка? Я не понял. Что это такое? Капец. Ну ладно. Какая-то старинная маска 200 баксов стоит. Пойдет. Что у нас здесь? Сортир. Сортир. Фу, как тут воняет. О, стиралочку. Можно починить и продать. Унитазу уже вообще ничего не поможет. Зеркало разбито. Плесень повсюду лезет. Тря-тя-тяньк. Кухня. На кухне у нас куча баночек стареньких. Это что у нас? Пачка сигарет. Мусор. Ценный причем. В шкафчиках есть что у нас? Ой, пукнул.
пукнул случайненько. Это борщ. Борщ с чесночком полез. Так, здесь у нас тоже какие-то штуки интересные. Собираем это все. Тут у нас есть что? Тарелочки раритетные. Забираем. Ценный мусор. Тут пусто. Знаешь, чем-то сейчас вот напоминает мне игра про вора. Как она называется-то? Как она называется? Я играл в нее, я забыл. Где мы в дома-то вламывались и обчищали их. Смотри-ка, что я совсем забыл. Вот этот цветочек тоже прилично денег стоит, забираем. Но тут вроде бы все. Почесали на второй этаж. А, вот еще прихожку я не зачистил до конца. Тут вот смотри, есть бутылочки. Это разбиваем. Все, теперь лезем на второй этаж. Посмотрим, что там. Погреба, я надеюсь, здесь нету. Какого-нибудь тайного. Туалетная бумага. Туалетная бумага. Еще и вот эту вазу надо забрать по-любому. Туалетная бумага, я слышу ее звук где-то на крыше. Залезем на крышу обязательно. Заберем. Картину тоже забираем, ее только починить нужно. Отмычки в дело пошли. Здесь, здесь. Вот тут вообще легкий замок был. Как нифиг делать, щелкнули его. Здесь надо что-то разбивать? Надо. Ага, еще один глобус. Может быть, этот Остин был географом? Географ, глобус, пропиль. Здесь у нас ничего нету. Есть какая-то... О! Плакатик какой-то или журнал. Ух, сколько тут журналов-то, слушай. Ничего себе. Отис любил еще и журнальчики почитать. Тут есть что? Нет, ничего нету. В коробке тоже ничего нету. Тут вроде бы все очистили, смотрим. На потолке ничего не висит. Можно тут сломать и свистнуть антенну, что ли? Так, так, так. Ух ты! Ух ты, я на крыше. Полезли туалетную бумагу доставать. Мусор на крыше ценный. Что он тут делает? Где туалетная бумага? Вот она! Вот она, наша бумажечка! Да! Сегодня я схожу в толкан с золотой бумажкой. Этот мусор что-то не собирается. Во! Теперь собрался. Крышу мы всю с тобой обыскали. Можно отсюда чесать. Идем вон в ту комнату. Уверен, что здесь, скорее всего, этот металлоискатель. Хотя что-то его тут и не вижу. Ключи. А-а-а! Ключи от того амбара, который рядом стоял. Точнее, не от амбара, а от гаража. Короче, от лодочной станции. Мячик. Заберем. Где танцевала девушка или инопланетянин. Мы с тобой еще не разобрались. Но вот сейчас мы вскроем истину. Ломаем кровать. Вроде бы здесь все. Надо не забыть только вазу забрать. Которая под оленем. Вот эту вот вазу хочу забрать. Я туда допрыгну, нет? Опа. Черт. Да, вазу можно забрать, отлично, забираем. Все, погнали к лодочной станции. Сейчас мы разберемся, кто там и что там делает. Посмотрим, танцует ли она там еще или нет. Это инопланетянка. Ой, фонарик надо выключить. Танцует. Открываем двери. Ах, да, эта дверь заблокирована. Надо в обход идти. Ну, здесь ты стопудово откроется. Ага, ключики подошли. Так, хорошо. Надо не спугнуть. Я могу медленно ходить как-нибудь, как стелсер. Как стелсер. В лодке. Практичный объект. Ворота закрыты. Я, по всей видимости, могу на лодке плавать куда-то, прикинь. Ворота открываем. И на лодке выплываем. Билли, здорово. А чё, куда мы приплыли? Так, не-не-не, подожди, давай обратненько. Воу-воу-воу-воу! Фига себе! Себастьян, осторожней! Что здесь происходит? Тут реально какая-то аномальная зона. Что они тут делали? Погоди, погоди, погоди. А там этот чувачок-то еще танцует, нет? Пойдем-ка глянем. Да, танцует, слава богу. Ну, хорошо. Сейчас мы его встретим со всеми приветами. Поднимемся на второй этаж. Тут вот, подожди, надо тут все начали собрать. Все эти журнальчики. Вроде чисто. Чисто. Погнали. Здрасте. Оу! Это был инопланетянин. Угу. Здесь где-то должно пойло инопланетное появиться, которое, если я выпью, мне приснятся галлюцинации. Канистра, здорово. Считай, одну канистру отбили. Нам сюда нужно было 5 канистр. Или сколько, или 3. Не помню, неважно. Короче, мы отбили одну канистру. И это хорошо. Вот что блокировало дверь. Мы разбили ящик, теперь можем сюда спокойно проникать.
смысле проникать? У меня ключи есть. Входить. Проникают обычно злостные люди, которые хотят что-то стырить. В принципе, я на такого и похож. Я вечно что-то тырю. Значит так. Синий джойстик нашли. Забираем его. Это ломаем, открываем. А, вот она, эта бутылка. Ну чё, пришло время галюнов. Сейчас позыркаем что-нибудь интересное. Что там нам инопланетяне приготовили? Типа намек, чтобы мы куда-то плыли на лодке. Но мы уже сплавали, на самом деле. Ну, хорошо. Поплыли на лодке теперь. Посмотрим, вот это надо сломать. Бревно могу сломать? Нет, не смогу. Поплыли на лодке, а там уже разберемся. В смысле? А где лодка? О, спиннинг. Подожди, а как мы сюда приплыли-то? Где лодка-то? А, вон она, я уж испугался, думал, что мы лодку как-то потопили где-то, и все, туда уже не сможем обратно сплавать. Погнали. Вот, мы вернулись. Мы снова здесь. Шикарно. Дядя Билли что-нибудь скажет свое оправдание, а? I don't have all day. Типа я не хочу провести здесь весь день. Ну и хорошо, ты не пробудешь. Мы тут сейчас быстренько все осмотрим. Можно сломать? Можно. И сюда можно пройтись. А, нет, тут тупик. Смотри-ка, тупик. Значит, дорога лежит только здесь. Фонарик вырубим, вроде бы светло, ничего нам тут не мешает. Все, сейчас тут обрыщем. Обрыщем, звучит как обдрыщем. Вроде бы здесь ничего нет такого ценного. Лопаты покопать ничего нельзя. Костей человеческих я здесь не вижу, чтобы инопланетяне жрали людей, тоже не вижу. Главное не подцепить тут каких-нибудь, знаешь, это, клещей. Опа! Косточки, человеческие, интересно, или нет? Давай раскапывать. Ну-ка. В смысле, как-то здесь ничего нету. Слишком быстро копал, наверное. Хорошо, разбиваем тогда бочки. А может тут есть, просто я не вижу. Присесть, может, надо? Может что-то, что-то маленькое вообще, мизерное, там колечко. Да не, ничего нету. Разбиваем. Все, полянка зачищена, но странно, что тут было закопано. Очень странно. Давай дальше чесать, смотреть, что тут еще есть. О! Сундук и палатка, и мусор. Жизнедеятельность каких-то чуваков. Ну, пойдем посмотрим. Чайничек. Сломаем. И мусор уберем за этими чуваками. Мусорить на природе вообще нельзя. Это очень плохо. И некрасиво. В палатке стырить не могу, к сожалению, матрас. Я его могу разрубить. Прикинь, чуваки пошли за грибами. А я их палатку и надувной матрас расфигачил. Открываем, значит, сундук. Посмотрим, что у нас тут лежит. Надеюсь, ружье какое-нибудь охотничье. Часть тотема. Блин, я думал, газовый баллон или что. Тотем из глаза. Мы есть стражи. Угу. Стражи. Надеюсь, они будут меня охранять, эти стражи. Пойду опять поплещу свой немножечко. Ой, хорошо. Хорошо. Попискал воду. Теперь поставим здесь тотем, по всей видимости, вот сюда. Смотрите, тебе здесь рады. Отыщи части тела наши, смертный. Ну хорошо, отыщу. Ставим тотем, значит. А, что-то... Подожди. Я понял. Короче, у нас есть голова, нам нужно еще найти ноги и тело. И потом это все поставить по порядку. Ладно, значит, будем искать. Искать оставшийся этот... Опа, лопаточку. Надеюсь, тут трупешник, нет? Быстренько раскапываем. Ну-ка. И не шиша опять. Блин, надо не копать очень быстро. Когда ты копаешь очень быстро, по всей видимости, я что-то там нарушаю или ломаю. Есть что тут интересное? Нет, тут ничего нет. Я думаю, я тут часть тотема найду. Че это вообще за остров такой загадочный? О, еще палатки. Есть кто дома? Никого нет, но я нашел зато узор на пол. Шикарно.
палатку ломаем, все ломаем, запчасти забираем. Пригодится для того, чтобы починить. Что мы там подбирали-то, чинить-то нам нужно было. Ну, короче, что-нибудь починить. Я уже забыл, что я забрал. О, комиксы! Давненько и не находил комиксы, надо будет почитать их, кстати. Там же интересная история. Непонятная, но очень интересная. Что здесь? Есть что-нибудь на краю? Тотемы! Ну где же вы? Где же вы, тотемы? Нигде еще инопланетные тарелки не вылетают. Не, ну здесь красиво. Атмосферно. Ты, короче, наверное, это не слышишь, но я слышу звук сирены. И как будто кто-то стреляет, как будто война началась. Неужели инопланетяне, короче, в город полетели и наткнулись на солдат? Так, или, может быть, они город рушат. А я тут ковыряюсь, мусор ищу. Забавно. Ну чё, я вроде бы тут тотема-то больше не нашел. Хотя, кажется, вот, смотри-ка. Ломаем и лезем. А вот еще одна часть. Ништяк. Хороший тотем. Мы любим сырое мясо. О божечки. Надеюсь, когда я поставлю этот тотем полностью, точнее соберу, меня не съедят. Заживо. Последняя часть тотема осталась. Где же она могла бы быть? Как думаешь? Короче, тотем в этой пещере. Ты его не видишь, а он, знаешь где? Он вот здесь вот, наверху. Вот он, красавчик. Все. Наше могущество превосходит все мысли, мы что-то там. Короче, собираем тотем и посмотрим, что будет. Надеюсь на хорошенькое. Тотем с глазу. Окончен наш путь, мы едины. И что будет? О, охотник за старьем, безгранична наша благодарность. Да сопроводит тебя старье в добрый путь. Ух ты, нифига себе, спасибо вам, тотемы. Ничего себе. Вот это хранилище. Вот это тотемы. Фонарик врубаем. Надо фонарик улучшить, что-то он плохо светит. Нифига себе, вот это я наткнулся, так наткнулся. Я теперь настоящий искатель приключений. Том Брейдер и Индиана Джонс вообще отдыхает. Вау. Что-то там золотой светится. Камушек не могу. Ёкарный. Фига себе тут. Блин. Такой, думаешь, игруха тут про мусор, про то, как ты деньги зарабатываешь, свою американскую мечту хочешь воплотить, а тут такое. Инопланетяне, приключения, подземелья. Смотри, кто-то пытался сюда проникнуть, но не смог пройти вот это испытание, и вон там он сдох. Там кости людей. Надо быть очень аккуратным. Так. По всей видимости, на крестик мне лучше не наступать. Значит, я прыгаю теперь сюда. Ап! Утонули. Ладно, попробую еще разок. Но сперва. Вот это что за крестик? По всей видимости, он мне говорит, чтобы я вставал вот на такой вот крестик. И тогда я не утонул. Ну хорошо, давай поищем еще подсказки. Квадратик, чьи-то ноги. А, нет, это трупак. Короче, крестик, квадратик. Или квадратик и плюс труп, это означает, что квадратик точно потопит меня. М? Непонятно пока. Давай выкопаем. Медленно буду копать в этот раз. Надеюсь, выкопаю что-нибудь. О, маска. Здорово, забираем. Наконец-то хоть что-то выкопал нормальное. Вот это надо сломать. Все, вроде бы тут больше ничего нету. Темно, конечно. О, луна перевернутая. Ну да, тут больше ничего нету. Значит, получается луна, квадрат и крест. Пока что как-то так. Давай, собирай ее. Здесь вот такой вот значок непонятный какой-то. Значит, луна, квадрат и крест. Крест, смотри. Сюда, потом на крест. Блин, утонул, не допрыгнул, ты прикинь. Старый я, старпер. Потом крест, потом квадрат. А луна где? Вон она, луна. Хм. Ну ладно, собираем металлоискатель. Почему именно здесь он? Ну ладно. Главное, что мы его нашли. Камни тоже ломаем. Искомые предметы найдены. Щикардос. Но я еще не все тут обыскал. Теперь мне нужно как-то к луне. К луне. Интересно, какой знак меня выдержит? Я думаю, что песочные часы вот эти, давай попробуем, да. Потом на луну. О, ништяк.
Я могу туда прыгнуть, либо в водопад сходить. Еще? Ух ты, нифига себе! Молот! Страус называется этот молот. Прикольно. Тут какие-то аборигены, что ли, жили, что? Черепа я дроблю и забираю с них материал, чтобы починить что-нибудь. Круто. Очень необычная игра. Разносторонняя, я бы даже сказал. Прыгаем снова на луну, потом сюда. И, в принципе, все. Я здесь вроде бы все обыскал. Но показатели показывают, что я не все предметы еще нашел. Что очень странно. Может, я на выходе что-то найду еще? Рубильник, который что-то откроет. А, вон у нас что. Билли, здорово. Билли, походу, вообще в офиге. Эти жуки жрают мою душу. Какие жуки? Тут нет даже скоробеев, которые сожрали бы тебя заживо. Ладно, погнали отсюда. По всей видимости, я тут все. Фух, это было очень классно. О, смотри, тут еще можно пошариться. Давай прошвырнемся, может, тут что найдем. О! Это же воришка! Надо его спугнуть. А ну иди отсюда, вор! Вор! Так страшно исследовать этот остров! Еще бы! Я бы тебя молотком зарубил. Здесь пропало много людей. Я даже знаю где. Но не скажу тебе. Иначе ты туда пойдешь. И... А чё, я там, в принципе, уже все обыскал, так что там ничего нет. Может, ему сказать, чтобы его там... Он там утопился или его съели? Вообще непонятно, чё я с тобой болтаю? Ты ко мне в магазин приходил, я знаю, что ты вор, я с тобой болтаю. С такими вообще нельзя болтать. Так, вроде бы я здесь все закончил. Здесь вот еще что-то есть, смотри. Чё это такое? Какая-то интересная штука. Подставка лягушачьего цирка. О, может быть, я наконец-то лягушачью штуку соберу. Что по предметам? По предметам еще не все. Еще один или два предмета тут где-то валяются. А вот, кстати, и погреб. Ключи у меня есть? Ак, зачем ключи? У нас молоток есть. Опа, тут электричество. Меня может шандарахнуть нормально. Так, надо отрубить его. Щиток здесь. Отрубаем. И все хорошо. Что у нас здесь есть? Черепа. Ух ты, какая золотая ваза. Тут что-нибудь есть? Нет, тут ничего нету. Но там упал материал. Надо его собрать. Так. Еще есть пару предметов, которые мне нужно найти. И где же они лежат? А вот, собственно, и кассеты для видеоколлекции какой-то. Пленочные кассеты. Где что еще может быть спрятано? Я думаю, что я, скорее всего, в лесу не все нашел. Либо, может быть, еще где-то здесь. Есть какие-нибудь потайные двери. Ладно, короче, погнали отсюда. Посмотрим, сколько мы чего не нашли. А не нашли мы с тобой три предмета еще. А все остальное нашли. Ну и круто. Вернемся, короче, домой. Е-е-е, мы дома. Разгружайся, дядя Билли. Красава. Я пойду посплю, пока ты тут разгружаешься. Надеюсь, мы наваримся с тобой знатненько. Так, двери надо закрыть. Я совсем забываю про воров. Воришки они такие. Если есть двери открытые, так они сразу полезут.